В день города Чебоксары в парке Лакреевский лес прошел гастрономический фестиваль «Вкусноград». В нем приняло участие более 20 предприятий общественного питания города. Конечно, большое внимание уделялось здесь национальной кухне, которая отличается питательностью и большим разнообразием. В этом празднике вкуса принял участие кафе «Телей», которое предлагает жителям и гостям столицы блюда национальной кухни. Это какая шурпе, различные супы и многое другое. Кстати, субпродукты были и остаются основой чувашской кухни. Субпродукты, они большинство идет в первых блюдах, это то есть по-другому шурбе. Во втором блюде это шортанчики. Они в состав очень многих блюд входят. Поэтому перечислить это, конечно, невозможно. Сборник чувашских рецептур очень он большой, обширный и богатый. Жители и гости столицы также смогли отведать национальную выпечку. О том, что было представлено на богатом столе, рассказала повар одного из предприятий общественного питания Валентина Ястребова. У нас здесь есть хуплу с курицей. Она, там внутри картошка, мясо, куриное филе и с луком. Есть этот хуплу с мясом, со свининой, мелко нарубленной, с картошкой и с луком тоже. Чувашское национальное блюдо. Пицца есть, сюги есть по-чувашски, это хабартма называется. Так что представленные на гастрономическом фестивале блюда не могли не понравиться людям всех возрастов. Особенно радовались ребята, которые с удовольствием ели свою любимую сладкую вату. Но, наверное, самое главное для хорошего праздника – это гостеприимство. Нужно уметь правильно встретить своих гостей и развлечь их интересной беседой. А чувашский народ издавна этим славился. И город свой день рождения не мог не порадовать жителей и гостей столицы. Елена Яковлева, Антон Небытов. Жизнь столицы.